Блин, вот не могу понять. Нюхаю вот это мыло тоже, что от Александра Подоляна и от Стаса. Но вот по запаху я вот чувствую, что это не мыло Елены. Вот это не ее почерк. Ну вот это только догадка. На 100% не могу сказать. Вот это вот внутри сидело. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Получена партия старта. И сейчас нужно сделать просто пробный забриф. Естественно, в стихах и в песнях все расскажу потом, когда будет презентация. Сейчас нужно же просто пробу снять, насколько производство сохранило прежнюю конфигурацию, насколько старт остался тем стартом, который я знаю и который успели полюбить вы. Мог бы, конечно, все это и в стихушку сделать, ну а зачем? За все эти годы, пока существует канал, ну сколько, ну штуки 3-4, наверное, бритья я снял без камеры, то это были какие-то командировки и что-то еще. Все остальное это вместе с вами. Отсюда вопрос, зачем без вас, если с вами это можно сделать, и наверняка вам тоже это интересно. Ручки налепил совершенно произвольные. На 41-й голове, например, будет булава, на 09-й сармат такой тоже, такой, знаете, сбитый, уверенный. Ну а циркон пошел на 069-ю. По лезвиям тут тоже интересно распределилось. На 41-ю я определил рапиру, потому что, ну скажем так, ой, прошу прощения, на 0,9. На 0,9 определил рапиру, на 41 поставил зеленую астру, а 0,69 будет с Киа. КАИ, прошу прощения. КАИ мне стал нравиться больше физера в последнее время, а 69-я голова меня покорила именно с физером. Ну, в смысле как, другими лезвиями тоже нормально, но именно с физером она меньше всего мне давала покраснений. Раздражения не было вообще, покраснений было ноль. Вот и интересно сегодня попробовать, как же КАИ способен заменить в любимом мною станке физер. Поэтому так лезвие распределил мыло. Мыло, что я тут снюхаю? Вот по почерку нифига не Елена. А вот пришло все от Александра и от Стаса. Вот и, с другой стороны, что голову ломать? Брейся, да, и все, а там Елена, не Елена, разберемся. Тем более, вот Елена недавно отписалась, она про это мыло ничего не писала, так что вполне себе может быть, что это чье-то еще. Зато гель после бритья будет от нее. Тот же самый, что с прошлого обзора, вот с этим шалуном там внутри. Блин, ребята, реальная штука хорошая. Реально по кайфу, начиная от запаха и внешнего вида, и заканчивая его действием. Ну вот это, наверное, все-таки из серии must have. Если вы сможете такую вещь достать, ребята, достаньте, не разочарует. Это и увлажняет, и делает кожу на осязание приятной. И ты, ну, короче, человеком себя просто чувствуешь. Вот интересная штука, именно поэтому взял. Помазок. Помазок – это совместная работа Василия Тольятти, ну и Яков, вот такой красавец. Поэтому что тянуть? Пошли бриться, а там разберемся. Главное в бритье ввязаться, а там уже понятно будет. Так. Умываться не буду. Так, просто смочу и нанесу. Это не крем. Это реально мыло. Мягкое, но да, мыло. Я не думаю, что я его сейчас просто так возьму и нанесу. Ну, видите, как, да? Не Елена, не ее. Не может быть, чтобы она с таким запахом делала. Не верю. Я пробовал ее продукции, наверное, сколько? Ну, 3-4-5, что-то так. Но за все это время у меня сложилось мнение о ней, как о мастере, ну, скажем так, утонченном, изысканном. И, ну, вся ее продукция по запаху воздушная. Воздушная, игривая, летняя, вот такая весенняя. А здесь... А здесь больше бытовухи, знаете, что-то от хусмыла. Ну, скажем так, это неплохой запах, это просто обыкновенный ежедневный запах какой-то вот такой. Нет той сказки, которую дарит Елена, а есть просто, ну, суровая проза жизни, вот скажем так. И уж стопудово это не ее почерк, не верю. Так, пока здесь киснет, ну, помазок загрузим, да? Вы все еще продолжаете обращаться с вопросами, в какой воде замачивать помазок.
И кто-то даже в кипятке еще продолжает мочить. Ребята уже выходят в комментариях, отвечают, что делают проще, даже не замачивают на 1-2-3 минуты. Вот теплая вода есть, взял там на полминуты, на минуту замочил, просто смочил и пошел работать. Главное, чтобы помазок был влажный. Чего они этим добиваются? Я вот сейчас это, кстати, проверяю. А добиваются они этим того, что да, помазок влажный, да, он будет работать с мылом, но нет, он не сопля. Не размокшая в кипятке сопля такая, ни бэ, ни мэ, ни кукареку, вот иди, что хочешь, не то и делай, как пластилин, лепи в любую сторону. Нет. Ну вот здесь сейчас пытаюсь изобразить примерно то же самое. Сейчас просто загружаем помазок. Не просто сделать это в такой вот баночке, но мы постараемся. Меня сейчас несколько напрягает, пугает воздушная пена, она реально воздушная и крупно дисперсионная. Я чувствую, что она недоувлажненная, пересушенная. Делаем компресс, а потом уже, наверное, все на лице отрегулируем. Там главное, чтобы мыло чуть-чуть попало. Первым в планах пустить 1.18 на всю сторону следия мастра. На вторую сторону пойдет 0.9 с рапирой. Ну а потом 0.69 выпущу уже просто зачистить. Контрольный выстрел в каждую щетину, и все будет нормально, все будет хорошо. Чуть-чуть влаги на лице осталось, это нам сейчас как раз на руку. У нас пена пересушенная маленько, без влаги. Да нет, мои опасения напрасны. Посмотрите, пока вроде больше чего, чем ничего. Ну, помазок, конечно. Не так сказал. Все вместе. Ручка с помазком. Все-таки молодец, Василий. Могет? Могет. Так, ну что ж, наверное, хватит. Ну, суховато, суховато. Все-таки, наверное, водички-то добавлю. Недавно кто-то из вас написал, имя, к сожалению, забыл, прошу прощения, новичок, сам себе на 43 года сделал подарок, этот Титан Голд, и говорит, поздравляю, и говорит, что пена сухая, что-то мыло не скользит, водички добавь, и два варианта, побольше мыла и чуть-чуть воды добавь, вот, возможно, мало мыла и мало влаги, и вот это вот там дисбаланс-то такое происходит. Итак, 1.18. Так, с этим понял все. 0.9 с рапирой. Нормально, хорошо.
Ну и теперь намылим еще разочек, уже, наверное, 0,69. Хотя вот эту сторону я все-таки попробую на 1,18 догнать. Соскучился я по ней. Сейчас, наверное, одну половину оставим за 0,69, а 1,18 пускай уже доделывает свою работу. Ну и так сразу пополам и посмотрим, что да как намочил. Хотя вот так, наверное, будет правильный. Все-таки 1,18. Думал, что может 0,9. Уходим на третий заход. Наверное, мыло больше не буду брать. На заход-то здесь всякоротно хватит. Намочу. Мыло нравится. Как работает, нравится. Я вот смотрю на лицо и просто пытаюсь сам себя накрутить. Вот, докопайся. Вот, найди что-нибудь, докопайся. Ну, найди. А что, если нет ничего, что тут найдешь? Так, против. Ну вот здесь вот. Нет, все-таки я, наверное, это мыло покладу маленько. С этой стороны разобрались, теперь крайняя. И 0,69. Ну, разница, конечно, есть, что говорить. Ну,
Да, есть, очень большая. Вот так как-то, вот как так трогаешь. Ну, скажем так, здесь, ну, процентов на 15, на 20 еще есть, что поработать. А здесь, ну, если искать, и то не факт, что найдешь. Здесь уже все. Так, все, с этими разобрались, станки я понял. Производство молодцы, не ложанули, все нормально, все хорошо. Автошейф. Не скажу, что неожиданно. Ну, все-таки приятно. И теперь гель. Хорош. Реально хорош. Если, например, вот для себя, я бы, возможно, даже еще и другие запахи, запаховые бы рассмотрел, не только вот этот запах смородины. Это я много чую взял. Дай-ка я баночку обратно. Интересно, за счет чего он увлажняющий? За счет того, что адсорбирует влагу и удерживает ее в поверхностном слое? Или за счет чего? Ну, не суть важно. Самое главное, что он справляется со своей работой. Ну вот и все, осталось дождаться, пока только он впитается. В принципе, работу голов проверил. Не скажу, что понял до конца. Я имею в виду идентичность, соответствие. Потом, наверное, все-таки втихушку еще раз прогоню от вас. Ну или не втихушку, там в комментариях напишите. Потому что 1.18 я давно уже не брился, а 0.9 тоже уже давно. По 0.69 соскучился. Поэтому так вот даже вот в тестах, вот 0.69, 0.9 у меня есть, можно будет даже отдельный обзор делать, допустим, старая 0.69 и новая 0.69, точно так же старая 0.9 и новая 0.9, ну и так пошло по кругу, чтобы уже точно быть уверенным. Хотя вот сейчас вот где-то процентов на 99 могу сказать, что да, это то, что вот должно было быть. Ну а за косметику от Елены я уже говорил, то есть вот гель, ну вот он уже практически наполовину впитался, и сейчас у меня на лице уже кожа младенца, а не взрослого дядьки под 50 лет. Вот это вот, ну это не может не радовать, ребята, ну это же просто реально по кайфу. Молодец, девушка, молодец, девчонка, просто красавица. Супер, супер. Мыло, ребята, не раскусил. Ну, в смысле как? Пенообразование нормальное, скольжение нормальное, внешний вид тоже нормальный, долгоживучесть нормальная. Ну, по всем параметрам нормально. Вот сейчас вот так вот за его вот совокупные данные я бы ему просто поставил, ну, просто 5. Ну, это много, наверное, потому что особых восторгов как и нет. 5 это много, ну, 4,75, где-то вот так. Потому что запах вот лично для меня здесь не кокосовый. Запах обыкновенной бытовухи, то есть то, в чем мы с вами купаемся изо дня в день, из месяца в месяц, с утра до вечера. То есть это вот где-то вот запах такого мыла, где-то запах такого мыла. То есть вот не то, что радует душу, а то, что обыкновенное. И вот здесь вот, беря мыло, я рассчитываю, что оно будет не обыкновенное. А здесь оно просто обыкновенное. Вот, наверное, поэтому все-таки 475. К его тактико-техническим претензий никаких. Работает нормально, хорошо. А вот запаховое, ну, просто подкачало. Вот чем тот запах, который там есть, лучше бы вообще никакой не ставили. То есть вот для чего, я вообще вот фантазию автора так вот и не понял. Для пурка его сюда впендюрили. Ну, с другой стороны, господи, что разоряться? Ну, есть же люди, которым такое нравится. Вот, возможно, для них и сделали. Но, как для меня, это провал. Это не мое совершенно. Залезли, говорит, что за помазок? Вы так уже все знаете. Кстати, КАИ. Теперь у меня новые любимчики. 0,69 КАИ. Реально там его не чувствуешь.
просто не чувствуешь. Ну а вот где ваше покраснение, где ваше что? Вот мое любимое, чуть что сразу красные фонари, как у этих вот птиц, знаете, мешки раздувает. Ну вот такое вот. И вот вам. Это вам работа и станков, и работа геля после бритья. По кайфу. Реально по кайфу. Ну, 1.18, конечно, выбрила на порядок. На порядок это 0.69. Но опять же, немного я знаю людей, которые могут позволить себе 1.18 или R41+ на постоянку, в смысле на ежедневное бритье. Ну, то есть, да, может быть, и есть такие, ну, дядя Федор, к примеру, но их немного, это исключение, правило, это не правило. А этим машине намашешься, и ничего тебе не будет. Так, все, на этом, наверное, разрешите, давайте с вами, разрешите, давайте. Хочу с вами попрощаться. Как только будут новости по всем предметам со второй партии, ну, я вам сразу же покажу. Все, что-то это. Прощаться не хочется, как-то быстро получилось. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.